где-то на трассе 66. Всем приятного просмотра. Сегодня поиграем с вами в симулятор заправочной станции. То есть будем владельцами заправки. Нужно будет ее ремонтировать, улучшать, нанимать рабочих и развивать наш с вами бизнес. Надеюсь, будет интересно. Давно хотел в нее поиграть. В принципе, как и мистера выживальщика, который уже, по идее, должен быть на канале. Так что давайте смотреть, давайте разбираться. Не знаю, хотелось бы записать серии 200, но там как пойдет. Так, и вот наша с вами заправка. Поздравляем, теперь вы владелец этой заправочной станции. Шикарно. 12 часов спустя. Так, отлично, у нас с вами по нулям, баблосиков нету. Так, что нужно? Нажмите P, чтобы открыть фоторежим. Угу. Окей. Так. Взять ЛКМ, отлично. А ПКМ бросил, да? Шикарно. Так, шикарно, шикарно. Давайте, наверное, у себя... Мы потом повыбираем с вами... Сначала выкинем мусор. Сказал, выкинем мусор. О, отлично. Где-то мы еще с вами пакетик потеряли. Вот оно. Давай сюда. Опа, отлично. Что нам нужно по заданиям? Так, выясните, как войти на заправочную станцию. Окей, а не наша заправочная станция. Вот это вот она вроде. Давай смотреть. Угу. Ну, наверное, сделать вот так, правильно я понимаю? Раскидать палки. О, отлично. Задание выполнено. Так, следуйте за высоковольтным кабелем. Найдите способ включить электричество. Ага. Вот у наш кабель. Пошли посмотрим, как его можно будет включить. О, как все серьезно. Так, вот ты, да, у нас? Ага, отлично. Главное, что у нас техника безопасности на высшем уровне. Задание выполнено. Возьмите трубку в будке перед станцией. Хорошо, пошли возьмем. Блин, обожаю такие симуляторы. Надеюсь, наша... с вами заправка будет только расширяться, мы будем рубить баблосики с вами. Так, бонжур. Так, поздравляю с покупкой и инвестициями, племяш. Давненько ты не слышал мой голос, да? Я занятый человек, но, к счастью, земля, на которой ты хозяйничаешь, принадлежит моему отцу, поскольку... Ты не только потенциальный деловой партнер, но и семья. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно присылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать по всем вопросам. Будь внимателен. Но мне пора. Приятно было снова с тобой поболтать. Удачи. Так, спасибо. Прочитайте электронную почту. Да, давай пойдем прочитаем, посмотрим. Так, почта. Поздравляю, Ния и салют. У меня никогда не был подвешен язык, однако вижу, что ты сделал солидные инвестиции, бла-бла-бла. Хорошо. Так, выход. Что нужно? Садитесь в мини-экскаватор. Садитесь в мини-экскаватор, да? Давайте. Это, наверное, для того, чтобы что-то... поубирать, я так понимаю, F взаимодействовать. Ага, нам надо направо ехать. Топливо закончилось. Ну да, как обычно. Что мне нужно? Найдите способ заправить Руди. У нас где-то должна быть канистра, наверное, с бензином. Так. Бонжур. Удержите канистру...
на заправочной колонке, чтобы наполнить ее. Хорошо. Пошлите заполнять. Так. Так, нажмите Tab, взять канистру. Во, заполняем. Отлично, у нас два новых письма, но давайте мы их позже прочитаем. Сейчас сначала разберемся с нашим экскаватором. Задание выполнено, отлично. Нажмите Т на подсказку, удерживая канистру. Ага, я это понял. Так, отлично, садимся, поехали. Единственное, не совсем удобно, все, когда я поворачиваю, наш трактор останавливается. Так, все-все-все, аккуратненько. Назад, 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 назад. Так, удерживайте тормоз, делайте shift. Ну, как его набирать? Так, тормоз, ускорение, нажмите F, выход, T, подсказка. Так, левый, чтобы поднять, чтобы сбросить. Может, я сильно близко подъехал? Что-то реально не могу понять, что мне тут нужно делать. Так, погоди. Ага, все, набрали, отлично, есть. Не люблю такие игры, в которых нужно нажимать 200 тысяч кнопок сразу, чтобы сделать какое-то действие. Так, стопэ. Все, мы с вами справились, мы с вами молодцы. Задание выполнено, отлично. Все, можем, наверное, открывать, да, нашу заправку, да. Шикарно. Во, поздравляю нас всех, у нас с вами есть заправка. Вы можете открыть АЗС в любое время. Используйте время простое для улучшения АЗС и других дел, которые вы сможете найти. Так, возобновить движение, есть кнопка, да? Это что такое? Так, это перегрузит все машины клиентов. Отмена. Ладно, не будем этим заниматься. Пошлите посмотрим, нам там письмо пришло. Так, что у нас здесь? Доставка. Давай доставим топливо. На сколько? Сколько у нас баблосиков? 450. Хорошо, давай. Давай закажем. Идем. Так, а мы тебя выключить можем? В данный момент это недоступно. Ну и ладно, я надеюсь, что музыка здесь без авторских прав. Так, у тебя уже 4 письма есть, хорошо. Давай еще посмотрим, что у нас там написали. Почта. Чтоб оно у нас тут не светилось. Ага, давай сразу побираем. Нужно будет потом в мусорник это все выбросить. Так, а здесь что у нас находится? Что это за знак вопроса? А ты шо, ля? Можем на машинке покататься? Ага. Прям Need for Speed Underground, да? Тихо, тихо, тихо. Ой, какое неудобное тут управление. Ну, в принципе, что здесь вожу, что в PUBG вожу одинаково. Ничего не меняется. Главное, стабильная стабильность. Так, по-моему, там заправщик уже ко мне приехал, да? А мы здесь балуемся с вами. Так, а если мы...
все 17 точек проедем, что нам дадут за это? Ровным счетом ничего? Надеюсь, заправщик нас... Ой, нас подождет. Пока мы заняты здесь важным делом. Переворачиваемся на игрушечные машинки. Так, хорошо, отлично. Еще 5 штучек. Так, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. А куда ехать? Ага, вот сюда. Отлично, достижение разблокировано. Хорошо, все, спасибо тебе. Спасибо тебе за гонки, но вот у меня заправщик. Нужно работать, ребят. Хватит баловаться. Так. Задание выполнено. Хорошо. Бонжур. Донде стали библиотеки? Понятно. Так, у меня там есть письмо. Я надеюсь, ты же сам справишься, да, здесь? О. Здравствуйте. Хорошо, заправить топливом давай. И нужно будет, по-моему, ЛКМ, да, нажать? Да, отлично, все, 54 бакса у нас с вами есть. Баблосики потекли просто ручьем. Так, бесплатно куплено, хорошо, выход. Отлично, баксы у нас-то с вами есть. Нужно будет, наверное, поубираться, да, с вами немножечко. Отлично. Так, закрыто. Единственное плохо, что нельзя взять в кучу все. Шикарно. Ага, не шикарно. Шикарно. А нам дают за это что-нибудь, я надеюсь. Так, а если отсюда так попробовать? Хопа. А ты шо вообще, красавчики? Так, мне новые пакеты дали, да? Мусорные. Куда их устанавливать вообще? Ага, а это что я сделал? Вы видели, я что-то сделал? Так, улучшение. Инструменты, функции, доставка, услуги, статистика, счет. А перед этим я куда-то нажимал был. Ага, управление АЗС. Включено, выключено. Так, погоди, у нас тут что-то еще есть? Не-не-не, куда ты, стой. Да погоди ты. Алло, погоди, дай я тебя заправлю. Все. Не-не-не-не-не, дай заправлю. Но сидел в компьютере, что мне посидеть в компьютере нельзя. Падла, я тебя запомнил, какие у тебя номера. Больше не будешь ты меня заправляться у нас на заправке нашей. Хорошо, давайте убираться. Так, купи мусорный мешок и используй его. А я вроде купил. Так, вот, мусорный мешок, хорошо. А, все гораздо проще, чем я думал. Достижение разблокировано. Да, нужно будет постоянно нажимать каждый раз, да? Я так понимаю. На каждый предмет, этот предмет, чтобы поубирать его. Задание выполнено. Хорошо. Отлично. Все, весь мусор убрали. О, а так гораздо проще, ребят, убирать. Я вам скажу. Все, хорошо. Давай мусорный пакет.
Обижали тебя, выбросим. Так, у нас там какие-то знаки вопроса появились, но... К ним, я думаю, мы вернемся чуть попозже. Нужно сначала убрать это все. Потому что гости зайдут и будут в шоке у нас, да? От этого всего. Так, покрышку тоже дай сюда. Интересно, а когда будет приезжать этот как его? Человек, который отвечает за свалку, вот это вот, за мусор. Потому что у меня прям переполнено уже почти все. Шикарно. Так, 8 из 12 мы с вами сделали. 9. Отлично. Так, на улице никого нету? Есть. О, привет, зайка, что ты молчишь? Заправить, да, тебя? Давай заправим. Все, 60 баксов у нас есть. Баблосики текут рукой. Баблосики, баблосики. Ага, не помещается. Падла. А у нас есть еще где-то контейнер. Да, вон у нас контейнер есть. Ну ладно, нам вроде бы еще одну штуку кинуть, и будет все хорошо, да? Задание выполнено, все. Хорошо, давай тебя заполнять. Падла. Все шикарно. Что нужно? Нажмите... А, купите метлу, возьмите ее через тап, удерживайте... Хорошо, мы так купим сейчас метлу с вами, это не проблемка, но мне сначала нужно с этим совсем разобраться, с этой бочкой. Хопа! А ты шоля. Бонжур. Ля, какая красивая у вас шапочка. Мадам. А не желаете сходить ли в подсобку, я вам барбарисок насыплю? Не? Не желаете? Идем, идем сходим, я тебе барбарисок насыплю. Ну и ладно. Кура. Так, погоди. Нужно от этого тоже избавиться. Интересно, а когда приедет этот, как его... Человек, который отвечает за этот все. Ясненько. Так, эту коробку тоже. Эту коробку тоже. Хопа. Ну. Падла. О, вот это вот, понимаю, трехочковая. Сейчас, ребят, нужно будет еще матрас этот выкинуть. Положить его хотя бы сюда. Потом, когда у нас освободится бак, тогда мы с вами уже его туда и выкинем. Так, трехочковый. Вообще хорошо. Все, вроде все поубирали. Ну, почти все. Так, до побочения. Хорошо, метлу, да, говоришь, нужно купить будет. Метла. Куплена. Так, теперь нужно нажать на таб, нажать метлу. И поубирать это все. Шикарно. Вот это я понимаю. Это хорошо. А кто-то здесь же это вот... Намусорил. Так, ага, у нас там тачка ждет. Так, сейчас, секундочку. Добрый вечер, мужчина.
Сейчас, подождите, я его заправлю. Надо будет, конечно, нанять потом сотрудников, чтобы это делали. Все-все-все, до побачення. Нужно реально будет сотрудников нанять, чтобы они потом работали здесь. Только если я не ошибаюсь, у них тут смена там по 8 часов будет. Так что нужно нанимать будет, наверное, человека 4. Так, закажите вывоз мусора, используя компьютер. Давай закажем услуги вывоз мусора. Давай заказать. Отлично. Да зачем не разблокировано? Бонжур. А ты кто? Ля, ты крыса, слышь? Падла, как тебя... А как мне от тебя избавиться, слышь? Падла, купите валик. Слышь, а ну иди-ка ты сюда. Сейчас мы здесь тебя как раз в этой яме положим, баньки. Стой, падла. Ага, вы нашли карту. А мелкий убежал. Мелкий засранец. Тихо-тихо-тихо, назад-назад бегу. Это как мультик, либо кино было, Деннис Мучитель. Вот это вот походу про него, да? Так, бонжур, забирайте мусор, а мы... Ой, какая красивая шапочка. Так, ты шо? Йиппи-ка-йей, да? Говорится, с Новым годом, ребят, кто смотрит это в декабре. Всех с Новым годом. Так, мне нужно купить валик. Купить валик, отлично, 275 баксов есть. Пошлите, наверное, будем красить с вами, да? Так. Ой. А что нужно делать? Я так и не понял, что я сделал. Но я что-то сделал. Левый shift, чтобы выбрать цвет. Так, обои. Я могу даже обои поклеить. Хорошо. А давай такую заправку сделаем. Честно, я без понятия, что я делаю, но я что-то делаю. А, нужно удерживать ЛКМ, чтобы... Чтобы... Хорошо, сейчас мы заправим ковбоя нашего Мальборо. Надо будет еще бензину заказать нам. Ну что, зеленый пусть будет, да? Наша заправка. Либо не. Хотя все равно вы мне не скажете, да? Погоди. Выйди. Я хочу зеленым сделать. Так, левый shift. Хочу зажать. О, вот таким вот. Слишком далеко, слишком непонятно. Будьте в зеленой. Это что такое, вы видели? Алло, ты кто? За бред. Я как краской надышался, правильно понимаю? Элвис, ты? Да, прикинь. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Закрасьте стены в каракулях. Да давайте уже все красить. Давай уже все красить. Я не знаю, как держать.
Так, нажмите Т для подсказки. Давайте, может, подсказку посмотрим, потому что еще я... Так, после активации с помощью Tab нажмите Shift, чтобы выбрать цвет. Подойдите к стене, левой кнопкой, чтобы нажать краску. Нажатой клавишу LKM. Я ставлю зеленый цвет, если будете замерзать. Со временем краска облезет, вам нужно будет перекрашивать. Ничего не понятно, но очень интересно. Все, мы же покрасили или нет? Я не вижу. Слишком далеко удерживать LKM. Ребят, help me. Да. Вроде бы правильно, а вроде бы и нет. Мне нужно утро. Мне нужно солнышко, чтобы я понимал, крашу я вообще это всю либо не крашу. А крышу могу покрасить? Ага. Вроде, да? Ладно, просто держим уже и все. И не знаю. Можете написать в комментариях, что я неправильно тут делаю. Ну, значит, еще один Элвис будет возле нас тут летать. Тут уже ничего не поделаешь. Угу. Люблю школу, написал. Ну, в принципе, да, согласен. Говорится, кто школу не любит. Так, ну будем красить все, на то он и симулятор, правильно? Не будем вырезать никакие моменты. Так, добрый день, мужчина. Сейчас, погодите, я вытру ручки и с радостью вас заправлю. Шикарно, идеально. На 4,50. Знал бы и не подходил бы к тебе. Так, ну крышу мы покрасили, да? Ну да. Ага, белый цвет. Ну давай в белый цвет. Красим, красим, красим. Возможно, потом другой цвет перекрасим с вами. Посмотрим. Интересно, а можно ли будет полы тоже покрасить и поменять? Достижение разблокировано. Хорошо. У нас тут Денис где-то еще стенку нам испортил, да, был? Нужно будет ее тоже закрасить, чтобы выполнить задание. Так, ну 300 баксов у нас с вами есть. Я думаю, может, закажем себе еще бензина? На 200 баксов. Я думаю, что мешки для мусора и все остальная штука не будет сильно много так стоить. Давай, наверное, закажем, да, мы с тобой? Еще бензином. Топливо на хотя бы на 200 баксов. Все, и пошли дальше красить. А я могу тебя выключить? Действие в данный момент недоступно. Хорошо. Так. Красим, красим, красим. Слишком далеко. Честно, не понимаю, что от меня хотят. Но сделаем вид, что так и должно быть, ребят. Все, все правильно. Я думаю, в реальной жизни я, в принципе, так же сам все красил бы. Наверное, весь бы был в краске. Кроме там, где надо. Так, давай вот это вот. Все, шикарно. Ага, а дай-ка мне мусорный пакет.
Нужно будет открыть вот это вот безобразие. И трехочковый. Ну, почти. Так, сейчас, мужчина, погодите. Немножечко мы с вами закончим наши стены. Угу. Написано, удерживайте, а нужно просто клацать по мышке, чтобы вы понимали. Нужно быстро-быстро-быстро клацать. Спасибо. Спасибо, что я был весь в краске. Ага, вот она что, Михалыч, понял. Все, бегу. Так, здравствуйте, молодой человек. Сейчас мы быстро вас заправим, и я пойду принимать наш бензинчик. Так. Так, найдите подходящий инструмент для взлома багажника автомобиля. А где мне его найти? Инструмент. Угу. Где мне искать этот предмет? А, вот оно, выполнено. Так, нажмите Tab и возьмите отмычку. Так, нажми AD, чтобы проверить отмычкой. Хорошо, ну это, по-моему, я... Ага, вот это я... Да. Это как везде в стандартных играх. Успех. Задание выполнено. Шикарно. Мы теперь с вами взломщики. Так, повесь картину внутри заправки. Ой, какая красивая, да, у нас заправка стала? Так, ты шо? Вообще, а как картину мне повесить? Ага, вот ты где, да? Давай, наверное, вот сюда тебя повесим. Все шикарно. А мы внутри можем покрасить тебя ж? Можем. Давай, наверное, сделаем тебя каким цветом? Белым? Или это будет краситься стена и снаружи, а не? Отлично. А по поводу обоев? Тут есть обои? Или тут обоев нету? А, есть, ля. Так, погоди. Хочу выбрать что-нибудь красивое. Хэллоуин, все. Валентинки, сердечки. Рождество. Ага. А давай проверим. Так, надо купить будет два стеллажа. Да, сейчас мы с вами купим этот стеллаж. Ля, бабайка. Ладно, давай будет бабайка пусть. Пусть с нами будет бабайка, да? Отлично. Не, ну если уже заниматься, как говорится, бизнесом, то чтобы было все хорошо, правильно? Так. Не знаю, вот этот по поводу этого симулятора, тут, наверное, надо будет некоторые вещи, наверное, без записи делать, да? Но первую серию мы уже с вами так поиграем, посмотрим, не знаем. Так, ну хотелось бы полностью все пройти ее. Ну или хотя бы до того момента, когда я скажу, что все, в принципе, баблосики текут, мясо можем покушать с вами, денежки на это есть, и... Можно будет заканчивать. Так, а у нас 700 баксов тем временем. Да, стеллаж мы с вами купим по-любому, не переживайте. Но для начала нужно заняться вот этим всем.
Ну, а потом, если что, можно будет и сделать красивым Рождеством это все. Так, отлично. Нужно будет и входную так сделать. Не, ну я художник, я так вижу. Так, давайте еще эту стенку сейчас докрасим. Все хорошо. Угу. И это, да, осталось? А это, я так понимаю, у нас место под стеллаж будет. А стеллаж мы сделаем новогодний с вами, я думаю. Все хорошо. Давайте сделаем вот такую вот. Ага, погоди. Погоди, дай выйти. Так, мужчина, что вы молчите? Сказали бы, вышел бы, заправил бы вас. Да-да-да. Донде старая библиотека. Так, еще здесь можно, да, наверное, красить. Угу. Да, давайте, наверное, в белое. Чтоб смотрелось красиво. Так что нужно будет полку заказать. Ой. Ну что, красиво? Я думаю, красиво. Только крыша мне не нравится цвет. Вообще не нравится. Может, реально темным сделать? Во, так должно быть более-менее получше. Так, мужчина, две секундочки. Сейчас мы докрасим. И сделаем ваш заказ. Все, что вы хотите по поводу бензина. Да, давай. Чпоник. Да-да-да, все, до побачення. Да, давайте, наверное, таким цветом его все-таки оставим. И пойдем за стеллажом. Так, без записи, наверное, я просто побегаю, позаметаю, поубираю это все. Весь лишний мусор. Так, функции, стеллажи. Напитки, хорошо. Большой. 200 и... купить, да, выход. Так, у меня новое письмо. Что по поводу письма? Что от меня хотят? Так, хорошо, хорошо. Покраска, взлом, отлично, отлично. Теперь ждем. Не, ну уже лучше, согласитесь. Уже реально лучше. Так, давай тебя тоже докрасим. Раз уже начали, не останавливаться на полпути, правильно ж? Все, шикарно. Так, давай мы с тобой сейчас повыкидаем мусор. Сказал, повыкидаем. Ага. Хорошо. Отлично. Нужно будет заказать сейчас вывоз мусора. Все, вроде ж везде все чисто, правильно? Ничего больше убирать не надо. Ага. Матрас, вот этот надо будет выкинуть потом. А как мне до тебя добраться? Понял, никак, да? Так, хорошо.
привезли ли мне полки, либо не привезли? Так, добрый день. На 16 баксиков, да? Мы сейчас тут с вами... А, на 50. Прикольно. Так, что мне нужно? Мне нужно с вами установить, да? Так, стеллажи. Ага, вот стеллаж. Куда мне стеллаж установить? Так, разместить, удерживать, вращать. Ага, вот вращать, хорошо. Давай один большой стеллаж. Вот мы сюда поставим. Все, ровно ж вроде. Вроде ровно, да? И давай еще один установим. Так, погоди, не то. Да не то, я сказал. О, а теперь то. Хочу, чтобы ровно все стояло. Вот так вот. Отлично, купите дополнительные паркоместа, функции, прочие. Угу. Паркоместа. Давай тут, наверное, да? Так, бесплатно купить. Вы не можете совершить эту покупку. Ага, до очистки территории. Понял, то есть мне нужно будет сейчас взять наш трактор. Здравствуйте, мужчина. А, это женщина, извиняюсь. Так, нужно будет... Ага, вот, сесть в трактор. Сесть в трактор и расчистить наше парковочное место. Так, давай. Отлично. Угу. А это все не так быстро, да, я так понимаю? Как бы мне этого хотелось. Давай, выбрасывай. Так, я предлагаю, наверное, сейчас расчистить это наше место парковочное. И, в принципе, на этом серию заканчивать, а следующее уже продолжать. Как вы думаете? Ну? А можно набрать, пожалуйста, либо нельзя? Ладно, сейчас ты пока не сообразишь, как это делать. От меня посетитель уедет. Хорошо. Баблосики, баблосики текут у нас рекой. Ну как это сделать? Почему она не хочет? Вот я нажимаю ЛКМ, а он вообще ничего не хочет. Ни пробел, ни ЛКМ. Бред какой.
меня сейчас бензин закончится. Сейчас реально бензин закончится. Так, держите левую кнопку мыши, правильно? Чтобы поднять и бросить, ну. Я держу. Не поверите, держу. Может, я реально что-то не так делаю? Ага, вот что я неправильно делаю, я понял. Должен появиться значок. Боже, как же громко музыка орёт здесь. О, к нам шериф едет. Нет, не к нам. А то я думал, будет тут как в техасской резне бензопилы. Так, хорошо. Я же могу тебя сразу очистить, правильно я понимаю? Но все шикарно. Поехали, высыпем песок и купим парковочное место. Какое же неудобное управление здесь. Все, до побачення. Пошли покупать парковочное место. Сейчас только мы. Добрый день, мадам. А вы не желаете барбарисок отведать? У меня в подсобке есть. Есть 200 грамм барбарисок. Идемте, отведаем. Не? Ну и ладно. Так, функции. Парковочное место. Купить. Есть. Задание выполнено. Парковка. Отлично, отлично. Ответьте на звонок дяди. Ладно, идемте ответим на звонок дяди. Хорошо, парковочное место у нас с вами есть, значит мы тоже будем, да, тут баблосики с него рубить. Алло. Привет, вижу, дела идут хорошо. Я звоню, чтобы поздравить тебя с успешным началом работы. Но ты не можешь вести бизнес только на топливе. Так, мои люди привезли дополнительные товары на твои пустые полки. Пора поговорить о деньгах. Теперь ты можешь мне должен. Но я пришлю тебе счет на электронную почту. Не пропусти. Прости, призмянник. Но в этом мире просто нет места для благотворительности. Надеюсь, ты найдешь возможность вернуть долг. Иначе мы будем вынуждены перейти к более убедительным методам убеждения. Не заставляй меня ждать слишком долго. Ага, понятненько. Вот это дядя, вот это родственники, да? Понял, хорошо. Ага, почту главное не пропустить. Ладно, давай, наверное, мы закажем доставку топлива. Еще на 200 баблосиков. Так, заправимся. Отлично. Да-да, я знаю, что я красавчик. Так, окна мне не нравятся, не покрашены. Ну ладно. Так, что у нас здесь есть? Угу, это нам нужно будет потом заказывать это все. Здравствуйте. Чего желаете? А можно мне выключить музыку? Нет, не можно. А, то есть вы просто на мусоре и ушли, да? Правильно я понимаю? Ля ты, крыса. Слышь, хотя бы жвачку купи. Понял, вы просто пользуетесь парковкой, да? Так, нужно выкинуть.
Так, а туалет у нас, туалет пока весь закрытый, так понимаю, или не? А куда вы идете, молодой человек? Вы что-то потеряли? Я не могу понять. О! Привет, малых, а тебя как раз я ждал. Идем. Вот тут у меня варбриски. Иди сюда. Да иди покажу. Ладно. Ага, бензин пришел. Точнее, приехал. Ладно. Давай чуточку быстрее. Меня там малыха ждет. А кто они едут все? Я тебя сейчас подудю. Дудит оно. Так, ребята, нам надо 5 косарей сдать. Где мне 5 косарей искать? Почта, почта, кассовый аппарат, кредит. В общем, нам нужно где-то 3200 долларов, которые еще не выплачены. Ага, а у меня 500 баксов только всего. Где мне искать эти 3000 долларов? Кто мне скажет? Найс. Давай, чухай отсюда. Чухай, чухай, чухай. Блин, а как мне погасить этот кредит? Общий доход 1600. Вот это я не знаю, но мне 500 баксов, ребят, что я могу сделать? А время все идет и идет неумолимо, да? Здравствуйте. Какие у вас красивые шапочки всех. Это коллективное помешательство или я что-то не понимаю? Ага, падла, ты просто помусорить, да, пришел тут? Просто реально пришел помусорить у меня здесь. Хорошо. Не вопрос. А каких клиентов на кассе обслужить? Я бы с радостью, наверное. С радостью, наверное, это сделал. Кто тут дудит? Так, что у меня в инвентаре? Дайте часики. Так, хорошо. Может, давайте сзади часики поставим? Или пусть тут стоят. Не, я не могу установить. А тут могу, да? А тут? И тут не могу. Хорошо, тогда возле окна пусть будут. Боже, как это долго происходит, ля. Я все слышал, ты просто мусор выкинул. Боже, жвачку какую-то купил. О, шериф. А мне все хорошо, у меня все легально. Честно. Да-да-да, до побачення. Так, ты хочешь что-то скупиться, да? Ага. Так, ты шо? Отлично, ля. Блин, может, если со стримерством не получится, пойду работать на кассу? Как думаете? Отлично, разрешение разблокировано. Здравствуйте. Ой, какие у вас усища. Какие красивые у вас усища, мужчина. И сколько много вы всего накупили. Прямо аж баблосики чувствуете, кот. Все, вильна касса. Где стали библиотеки?
Никто никому ничего не нужен. Так ладно, ребят, я думаю... в принципе, на этом можно будет, наверное, и заканчивать нашу первую серию. Падлы наследили здесь, ля. Можно заканчивать будет первую серию. Дальше я, в принципе, проходить без вас не буду. Займемся уже с вами нашим бизнесом следующей. Так, а что это грязное такое? Это, наверное, из-за краски, да? Это да, это же я насвинячил здесь. Пока разобрался, как красить. Чисто насвинячил. Так, а мы это тоже выкинем. Так что все, ребят, всем мур-мур. Я заправлять и, в принципе, отдыхать. И уже увидимся, услышимся с вами в следующей серии. Займемся дальше. Развитием нашего, как говорится, бизнеса. Все, всем мур-мур. Пока-пока и до потом.